після важкої евакуації. Страхувало ССО. 4 300, 1 200. От ми вже 200-го забрали останнього, зараз веземо. Як ти, Марік, себе почуваєш? Заради кожного життя. І також хлопців, які 200-ті, щоб повернути їх додому, щоб їхні рідні близькі могли їх оплакати. Бережи себе. На зв'язку. Горим. Відступаємо. Підари вдарили фосфором, все горить. Схизуйся поки маємо. Да, вообще не вытаскивали. Они нас слышали, они гасили. Сюда смотри. Фамилия, имя, отчество. Борниченко Максим Геннадьевич. Откуда? Из города Харьков. Сюда когда приехал? Здесь я вторую неделю вот это пошла. А сюда привезли в посадку. Сколько человек? Мы пришли в девятером, там еще было человек 6. 9, 15, сейчас сколько там? Ну, из наших, из 9, трое, получается, уже ушли. Вот. А потом привели еще 9. В данный момент сколько? Ну, больше 20 человек, 24 где-то. Вооружение? Автоматы. Пулеметы есть? Пулемет один есть. Я не пулеметчик, я точно не знаю. Несколько противотанковых было. Гранатометы были? Ну, противотанковые там. Муха там, еще что-то. Так, сейчас. Слышишь? Фамилия, имя, отчество? Пилипенко. Имя? Виктор. Отчество? Владимирович. Откуда? Ну, город Корюковка. Сюда когда приехал? 25 дней назад. Сколько вас приехало? 5 человек. Еще спросит. 5 человек приехало? Не, ну тут приехало около 20. А здесь сколько? Со мной было 10. Сколько? В общей численности сейчас какая? Сейчас не знаю. Уходили сюда за... Мы раскиданы. С тобой 10. Говори внятно. Ну в окопах, говорю, сидим в одном месте. Я даже не всех видел, кто тут есть. В общей сложности приблизительно сколько лет? Ну, около 20 человек. Ага. Все, голову вниз. Данные. Костелов Марк Джималевич. Какая бригада? Я не знаю, 56-я. Говори данные свои. Кому звоните, если что. В Фейсбуке Кашкелова Елена Александровна. Или одноклассниках. И сестра Кашкелова Изабелла Соломоновна. Фейсбук, одноклассники и контакт. Следующий. 56-я бригада, Шенкевич Олег Корнієвич. Це жінка брата Алла Биченко, в Фейсбук є. І Биченко Андрій теж в Фейсбук є. Следующий. 56-я бригада, родственники, жена, Дмитрий Парасковія Дмитрівна, номер телефону. Как найти по интернету? В Фейсбуке есть Дмитрий Просковья. Давыдов Денис Александрович, 56-я бригада. Сестра есть в Фейсбуке. Власть Елена Александровна, либо Давыдова Елена Александровна. Год рождения. Мой? А, 84-й. Чтобы мы их могли найти. 56-я бригада. Я США Денис Валерьевич. Жена в Фейсбуке. Бойчук Екатерина Леонидовна, 88-й год. Это 56-я бригада. Полтора дня тому назад нас прикомандировали к 23-му батальону. Сказали, что мы едем прикрывать просто кого-то. Ночью привезли нас на газели, скинули вещи
сказали ничего не брать, типа отвели на позиции ночью. Потом сутки нас обстреливали со всего, чего было. Танки, минометы. Страшно было. Позиции не оборудованные. Ни окопов, ничего. Мы лежали просто, нас обстреливали. Потом мы отошли в блиндаж. Там были еще люди. Там мы тоже просидели полдня до ночи. Не могли выйти. Потом 4 в 3, 18 человек бросило нас без рации и ушли. Но офицеры потом... с вами были? Нет, не было ни одного офицера. Сержанта? Не сержанта. То есть вас просто резервистов бросили на передовые позиции? Да. Сказали, держитесь. Представься, пожалуйста. Меня зовут Анастасия Литвиненко. Я военнослужащий полка ЗОВ. Тебе 23 года? Мне 23. Меня зовут Олеся. Я боец полка ЗОВ. У нас, в принципе, фашистов нету. У нас все националисты. За 8 лет в Донбассе погибло 1400 мирных граждан, из них 108 детей. Война вообще страшная вещь. И, к сожалению, погибает обычно много мирных людей с одной и с другой стороны. Из-за чего началась война? Помнишь? Если честно, нет. Помнишь? Не помню. Потому что до 2014 года нам дали выбор, с кем мы хотим быть, с таможенным союзом или с Евросоюзом. Дали выбор населению, а не высшим политическим кругам. Наше население сделало выбор. Кому-то это не понравилось, и началось то, что началось. А ваше население это кто? То есть Донбасс, не ваше население было 2014 года, правильно? Всем дали выбор, в том числе и Донецкой и Луганской области. Вот тогда мы вышли просто здесь люди, мирные люди, шахтеры, с забастовками, чтобы говорили о том, что они не хотят, чтобы здесь был ЕС, они не хотят в НАТО, а в ответ по ним начали бить. Ты знала эти факты? Вот тогда все началось. Вы сказали с авиацией. Да. Насколько авиация. Мне известно, не было в 2014 году авиации. Знаете факты? Пошла снова вот в Азов. Я думаю, что если бы мне пришлось пройти весь этот путь заново, я бы ничего не меняла. После этих видео, как ты думаешь, сейчас будет, если ты попала в Мариуполь? Ты там была героем? Вот, увидев вот этих вот людей, что они рассказывают? Для них, возможно, нет. А для кого? Mm-hmm. Хотелось бы попасть сейчас просто пообщаться с мирными людьми, кто уже в Мариуполе? Ну, я бы туда не вернулась. Но это ведь твои сограждане, которые еще были полгода назад, как вы их называли? Ну, они и сейчас граждане Украины, наши сограждане. А почему так они не могут? Потому что туда вступила нога русского человека, русского военного. Почему вот у вас гниет ваш боевой товарищ, и его никто не убирал из окопа? Вот он числится в списках сейчас погибших? Вчера мы при корректировке огня видели прям, ну у нас видеофиксация есть, как одного из ваших там побило. Сегодня мы обнаружили его разгрузку, личные вещи в окопе, но самого тела нету, то есть его эвакуировали. Почему один гниет, вздутый, лежит в окопе, а другой тут же его эвакуируют? Это, ну, почему такая дифференциация? Если бы у вас друг убил, валялся бы вот так, попытались бы его вытащить или еще что-нибудь? Ну да, конечно, я этому обучаю, говорю, как
чтобы потом разглядеть, какой он раненый. У этого ноги перебиты. У этого перебиты ноги, ему оторвало нижние, ну, получается, по стопы. Вот, он весь сдулся, и, ну, как бы, вот, получается, рядом жрали и нормально к этому относились. Может, это какое-то другое подразделение или что? Может, у вас как-то там, не знаю, нацбатальон, ЗСУ, как-то конфликт? Почему вот, ну, мне вот просто интересно, почему так? У нас вчера вот рядом с вашими окопами, ну не вчера, там несколько дней назад, погибли наши товарищи. Ваши? Да. И вчера его еще как бы, пока вы долбили по нам, мы уже под огнем вытаскивали тело нашего погибшего товарища. То есть рискуя собой, все, мы вытащили его. Он тоже начал немножко уже этот. Но вот так вот, чтобы валялся, и мы рядом кушали со своими убитыми, у нас такого пока не водится. Петрович Назар Степанович, 31.03.2002. Тернопольская область, Кировоулянский район, село Лошник, улица Гагарина, дом 5. Солдат, помощник гранатометчика взвода огневой поддержки 2-й роты 1-го батальона, часть А-1556. Командир взвода огневой поддержки, старший лейтенант Мороз Артем. По отчеству не помню, кажется, Игоревич. Знаю командира роты. Капитан Невинский Виталий Игоревич. Позывной Гурман. Командира батальона я не знаю. Папа служил. Я от дурости тоже подписал подрамку. Задача была от командира роты до командира взводов. Командира взводов уже доводили на 5 утра. Мы должны были высунуться из нашего местонахождение, это было тоже в посадке, в лесопосадке, где-то в поле, до места штурма. Мы ехали примерно где-то полчаса, это было где-то 15 километров. Тоже ехали полем. Населенный пункт, который мы проезжали, это было уже близко к месту штурма, он находится около водохранилища. Мы начали штурм батальон, но у нас была рота, батальон, две остальные роты были на других направлениях, то есть была только рота, я видел только роту, мы брали роты, мы взяли одну посадку, там укрепились, нам сказали, надо еще на одну посадку вперед, мы пошли еще на одну посадку вперед, там мы должны были окопаться и держать оборону, не пропустить ваши войска. Там назначился минометный обстрел, было очень много раненых, их эвакуировали, много 200-х. Мы сидели в посадке около 3-4 часов, может 5, не помню точнее, не было телефона. И потом уже нам должны были отправить подкрепление, но ваша группа скорее дошла до нас. У нас не было патронов 4 или сколько магазинов, поэтому нам не было смысла держать бой. Мы сдались. Задача была просто сделать штурм. Нам не объясняли точнее, или это не был населенный пункт. Это было сделать штурм, продвинуться примерно на километр, может больше, в поле, в посадках. До населенного пункта мы не должны были идти. Задача была просто подъехать машинами БМП-1 и продвигаться с перестрелкой, если это, если она бы была. Если бы ваши войска отступили, не было бы перестрелки, мы просто бы заняли позиции, держали бы оборону. Весь план. Еще обратиться к моим побратимам в службе из Нового Вала и всем военным, которые в Украине. Все, что в полоне рассказывали нам, що в полоні водяться з нами дуже погано, це брехня. Я здоровий, живий, з мене ніхто не здивається, ніхто не б'є і кудує, поїдь, все добре. Фамилия, имя, отчество, место рождения, подразделение, откуда родом. Начинай.
Я Матыка Василий Иванович, 1986 года рождения, житель Днепропетровской области, село Веселое. Солдат 203-го батальона 2-й роты Теробороны Днепропетровской области. Как относится в плену к тебе? Со мной лояльно относится. Как попал в плен? Были на позиции, и при предложении сдаться мы сдались. Ирин Иван Иванович, 1973 года рождения, 10 сентября. Военнослужащий 203-го батальона 2-й роты 1-го взвода 1-го отделения. Попал в плен. При тех же обстоятельствах. При тех же обстоятельствах, да. Прошу военнослужащих ребят наших не выполнять преступные приказы наших командиров. Слаживайте, пацаны, автоматы, идите домой. Почему? Да не нужна эта война никому. Нужно завязывать с ней. Я Шайгус Дмитрий Сергеевич, 1980 года рождения. Житель Русской области, Русского района. Служу 3-й батальон, 1-я рота, 1-е отделение. Попал в плен при тех же обстоятельствах. Так. Хочу сказать, парни, не выполняйте обязанности наших командиров. Почему? Потому что эта война не нужна никому. Я Полищук Микола Григорович. 1998 року, 22 грудня, 12. Говори. Подразделение. Подраздел 59-й батальон. Бригада. 9-я бригада. 3-я рота. Так. Хочу сказати всім нашим хлопцям, щоб здавалися і йшли додому. Почому? Бо ця війна нікому не треба. Не нужна? Не нужна. Я Мороз Руслан Александрович, 25.12.1984 года. Служу в теробороне 203-го батальона 2-й роты. Призываю вас всех, братья, сложить оружие и уходить домой, не выполнять незаконных командованных требований и не подчиняться им. Эта война не нужна. Два братских народа не могут воевать. Парни, чем быстрее закончится все это, тем быстрее вы будете у себя дома. Всем понятно? Представьтесь. Светичный Игорь Анатольевич, 6 января 1991 год. Откуда? Город Канев, Черкасская область. Как в плен попали? Кинули на передок, как пушечное мясо, хотя сам учился на реактивщика. Не сказали, куда везут, и вообще ничего не объяснили. 3 дня были под обстрелом, и пришли ваши, мы сдались. Вы, получается, мобилизованы? Так точно. Вас обучали, вы сказали, на... Града, артиллерия. На водица обусольного обучали. А кинули с автоматами на передок. Даже не сказал, что это передок даже нам. Нас ночью привели туда. Понятно. Как в плен попали? Привезли нас, подняли нас утром 31 числа. Разбудили и отвезли в неизвестном направлении, получается. Это потом мы узнали, что нас привезли в Марьинку. Уже узнали аж вечером, когда, блин, привели нас на какую-то позицию и сказали сидеть здесь, наблюдать. Оказалось, самый передок? Оказалось, самый передок. Мы даже об этом не знали. Блин, как попали? Сидели в погребе, получается, был 3 дня был интенсивный обстрел. Мы даже и не вылазили оттуда почти, то так вот перебежками, чтобы найти хотя бы воду или что-то поесть. Получается, ближе к обеду слышим голоса, выходите по одному. И мы начали выходить по одному, сдаваться. Выходите по одному, а то закидаем гранатами. Ну, человек, еще есть кто, я гранат кидаю? Выходим! Руки пошире!
Сюда выходим! Вышли, блин. Отношение какое было? Отношение нормальное было. Вы, соответственно, тоже мобилизированы? Да. Кобзев Сергей Иванович, город Харьков, 19 апреля. Мобилизированный. Тоже учили реактивщиком быть? Да, заряжающий. А концовка кем пришлось повоевать? Пехота. Ну, хоть стреляли? Хаотически, да. Хаотично? Как в плен попали? Был обстрел, сидели в погребе, пережидали, когда кончится. Ну, крик, выходите, сдавайтесь, по одному. Говорит, нет, закидаем гранату, он так сказал. Оги! Следующий! Ну, человек! Еще есть кто, я гранат кидаю! Выходим! Начали выходить, счет 15 стоял, никаких шансов не было. Ну, а сейчас какое отношение к вам? Отличное. Отношение отличное. Ну, вы понимаете, что война ваша закончилась, и как бы вас, можно сказать, спасли. Да, понимаю. Да. Это огромное спасибо вам за это. Ну, а вот скажите, мужики, вот по-честному, а где боевые части, почему вас, мобилизированных, кинули на самые передовые позиции? Даже я не знаю, как там так получилось. Можно я скажу? Да. Скорее всего, пехота была выбита полностью. Или уничтожена. Или уничтожена полностью. То есть вами просто дырки закрывают? Скорее всего, да. Мы когда стояли, меняли, там еще водили этих. Шли. Еще морпехи шли туда, по два человека он водил, ставил. Ну, короче, собирали, где возможно, наверное, потому что там, скорее всего, не было никого. Морпехи не резервисты. Резервисты, ну как резервисты, ну такие, как мы. Просто, что повесили на рукаву шевроны все на это. Вот это, что мы стояли, видели тогда, и все. Но с офицерами удавалось поговорить? Нет. У нас был один офицер, который эти приехали, начал разводить. Вот. Нас из подвала сразу, что успел раскинуть, раскинул остальных. Мы узнали уже потом, что наши ушли. Все вместе со старшим лейтенантом совсем ушли. Кто остался? Это половина получается. Вот. А остальных нас раскидали. Ушли. То есть ушли, как понять, ушли? Собрались и ушли, сказали, мы не для этого, мы воевать не будем, и пошли. Мы собирались поменяться, вот если, ну, у нас был такой план, что вечером приходит часов в 10, там, например, ну, или во сколько, или в 11, приходит, мы его оставляем, хай там, ну, этих, что будет вести, менять этих самых, пускай оставляют, пускай они стоят, а нас пускай собирается, уводит оттуда, ведет туда, и все на этом. И на этом собираемся, идем. С автоматами, без автоматов разницы нету, оставили и пошли. Но это не наше, ну кто это? Это как мясо пушечное кинули и все. Тут просто даже без никаких, ну реально, просто ну, смотреть на вещи, это вообще. Вы что думаете? Нам очень крупно повезло. Очень крупно повезло. Когда вернетесь домой, воевать пойдете? Нет. Нет, не пойду. Ємчук Кирил Володимирович, 04.09.1987 рік, Івано-Франківська область. Призвався 10 квітня 2022 року. На русском можете говорить? Да, можно. Если какие-то слова не понимаете, не можете вспомнить, можно и на украинском. Пришла повестка была месяцем раньше. Я не хотел идти, постоянно был на работе. Мне сказал жене, что нет, меня забрали с работы, прямо в наручниках. И все, и отвезли? И отвезли в часть. Это с работы действительно забрали наручники. То есть настолько жестко? Ну, был один СБУшник, один с военной полиции и один полицейский обычный. Как они это аргументировали вам? Что они говорили? Ну, что я скрываюсь от армии, в атаке или там тюрьма, или в части, в наручниках и в части.
Когда вы приехали сюда уже на территорию республики, вы, соответственно, добровольно сложили оружие. Почему вы пришли к этому выводу? Ну, потому что нечего воевать. Ну, нечего. Нормально даже покушать, там, переодеться, помыться-то нечего. Нам ничего не подвозили. И боеприпасов нас не было. Это реально, ну, с кем, знаете, с одним автоматом против кого? Против артиллерии воевать или против танка? Это ж мы не самоубийцы. Поэтому и пришлось сдаваться. Жить-то охота у каждого семьи есть. Вот на украинском телевидении так пропагандируют о том, что джавелины, НЛО, да, иностранное вооружение, которое так мощно и сильно уничтожает, как любят говорить на Украине, орков, да, на самом деле, как это на все? На самом деле, лично этого я на линии фронта не видел, как они красиво уничтожают. Красиво они врать умеют, но как нас, насколько поняли это большинство, ну, это не большинство мнений, это мнение всех сейчас пленных, что, ну, нас просто бросили как пушечное мясо. Это со всех бригад, это со всех, так же само и нас, так же само всех. Это все вместе военнопленных, и я думаю, это каждый, как поедет домой вернется, это каждый скажет такое. Ничего такого нет, это просто красиво будет, чтобы нас там, типа, как, ну, дать нам цель, чтобы идти воевать, потому что есть чем. А реально то не с чем. Это получается больше для тех, кто еще в Украине сидит, да, и да, красивую картинку. Да, это для тех, чтобы создать красивую картинку, чтобы они, у них было там азарт идти воевать, что есть чем, а на самом деле не с чем. Как сказать, честно или как сказать? Честно, как думаете на самом деле? Ну как, то что уебки они, это точно, они просто обманывают народ. Это мое мнение, это я вернусь на Украину, скажу то же самое. Не то, что здесь, там, я так говорю, я не боюсь этого. Просто это действительно, я скажу, и Украине. Как же там не будет этого? Они просто будут людям, они просто похоронили бы тысячи. Продовольствием, ну, плохо, иногда привозили продовольствие, иногда, ну, испорченные были. Ну, бывало, что в один, ну, по декілька днів не було взагалі нічого не давали. Зі зброєю у нас, ну, в СОБМБ одинички були, ну, копійки. Старі, які ще, мабуть, в Афганістан пройшли. Взяти, ну, в мене машина була, то башня повністю відключена. Вона взагалі не стріляла, тільки так, ну, їздила, то ламалася там, ну, за свої гроші купляли там ключі, там, деталі, ну, щоб ремонтувати. Ну, руководство взагалі недовольне, ну, вони просто нас кидають на обій. Ну, смислу нас відправляти з автоматами, там, ну, проти танків, нам взагалі ніхто нічого не говорить, куди ми їдемо, ну, що маємо робити, яку там оборону займатися, ну, щось таке, ну, руководство просто нас кидають. Ну, як пушечне м'ясо, щоб артилерія по нас працювала, вони просто за цим всім спостерігають, як нас просто рвуть більше. Розовський Николай Сергійович, 30.07.75 року народження. Родився в місті Кремінна, Луганська область. Службу в СУ я проходив в місті Часов-Яр Донецької області на должності наводчик-оператора танка. 53-я бригада, 2-й отдельний танковий батальйон. Повістка пройшла від сотрудника воєнкомату лично в Русі в мені, а работал на тот момент в лесу, в лесорубу. Потому что работы в Украине не было, как нормально оплачиваемо. Пришлось работать как шабай, более наемный. Не хотел воевать против своей сестры, против тетки, против своих друзей, которые были у меня на тот момент и в России. И призывались, уходили как бы в ЛНР, в ДНР. Сосед у меня тоже тогда проводил референдум. И ему пришлось на 8 лет уехать до родителей. Сейчас, слава Богу, приехал. Я его увидел. Пускай отдумаются и сложат оружие. Подумают мозгами. Задница, извиняюсь, за выражение. Если бы мне доверили, я пошел бы сейчас воевать на стороне ЛНР, ДНР. И только из-за того, что как бы ВСУ
целенаправленно расстреливала мой город, унижала мирных жителей. Один из фактов – был спален спорткомплекс с гуманитарной помощью. Много изнасилований 128-й бригадой. Ну и так вообще много по беспределу действовали. Меня зовут Носул Евгений Александрович. Я мобилизированный в ЗСУ. И что, ребята, такие мобилизированные, как я, таких очень много. Очень много. Нас просто научили, можно сказать, кого за месяц, кого за неделю, какой-то теории непонятной. Нас ничему, можно сказать, не научили. Обещали одно. Обещали перед тем, как мобилизировали одно, перед тем, как вывезли на учение другое. Вот. Но на самом деле нас просто отправили после учения на мясо. Ну, лично мне дали в руки автомат американский М4-1, который я ни разу в жизни не пользовался. Мне сказали, да там все это просто, там на месте уже постреляешь, попробуешь. Были такие, которые гранатомет в руках ни разу не держали, им сказали, ты гранатометчик, все, стреляй. Наша страна истребляет нас. Как бы, ну, это сложно не звучало. Страшно не было, но это сложно осознать, это тяжело. Ну да, мы пушечное мясо. Владимир Александрович Зеленский, президент Украины. Зачем вы отправляете людей, простых граждан, на мясо, на убой? Зачем вы делаете этот геноцид? Если у вас что-то с головой, ну просто вылечите, я не знаю. Зачем это все? Ну почему вы сами не пойдете, не возьмете автомат в руки, не пойдете на стрелять? Ну зачем вы прикрываетесь простыми людьми? Там таких очень много лежит в поле. Их даже не забирают, их мухи едят. Я видел одного в пакете. Он 4 дня пролежал, его никто не забрал. Все на него. Нас также отправили, за нами никто не пришел. Вообще никто. Мне помогли... Как вы говорите, ваши враги, они мне помогли выбраться оттуда живым. А вы отправили меня туда умереть. Я выжил. И благодаря не нашей армии ЗСУ. Меня спасли другие люди, с которыми вы воюете. Они мне обработали раны. Они меня сейчас лечат, кормят. Не вы. Которые бросили нас там. Непонятно за что. Непонятно почему. Вначале, ну, как мобилизировали, обещали, будем в роте охраны в городе, в Николаеве. Так и было первые 2 месяца. А вот, потом направили в Запорожье. Там сформировали 56-ю бригаду. Вот, потом Запорожье, не помню, Запорожье-Преображенку, село. Оттуда... по-моему, какая-то шахта, из шахты, как бы какой-то консервный завод, вот, ну и там как бы охраняли, вот. А потом отсюда, я так понял, это на Песках нас взяли, вот это вот на Песке. Какого числа вас туда направили? Сегодня первое, второе, да? Второе. Значит, числа 28-29, мы сутки там провели. Пошли с командиром взвода в усиление 23-му батальону. А вот, ночью нас привели в блиндаж. Сидели там, не выходили, потому что обстрелы были сильные. У нас было 24 человека. С этих 24 ночью 18 ушли, забрав 2 рации. И мы просто думали, они вышли на позиции. На позициях никого не было, обстрел сильный. И мы остались в блиндаже, потому что поскольку нас привели ночью, мы не знали, куда идти обратно. Ну, дорогу не знали. Решили отсидеться в блиндаже и попробовать все-таки, ну вот, потому что уже все рассвело, уйти следующей ночью. Ну, через пару часов, ну, там, часов 8 утра нас взяли. Что вы могли бы посоветовать оставшимся бойцам вооруженных сил Украины? В первую очередь командирам хотел бы посоветовать, чтобы побывали там, где я был. Вот это вот было бы интересно посмотреть. Командиру взвода, который нас бросил там, ни одного офицера не было. Ну, не поступал, нигде не был на контракте. Потом вот опять мобилизация, вот буквально в этом году, в мае месяце, апрель, май месяц.
До мобилизации кем вы были? Какая ваша гражданская? Я сантехник. Угу. Дома сантехником работал. Когда вас призвали и как направили в Донбасс, и куда вы попали? Ну, как обычно, с военкомата, повесткой, сначала рота охраны в военкомате, то есть там говорили, что будете охранять свой город, никуда не поедете. Будете учиться в своем городе, на своей территории, будете с фиксами. Ну, прошел месяц, месяц поохраняли, через месяц уже все, вся 6-я бригада заново формируется, едете туда, город Запорожье. Ну, так постепенно и оказались здесь. А каким образом вас назначили командиром? Ну, я еще со срочки, младший сержант, водитель, вот, то есть командир отделения еще со срочной. Когда вы узнали, что вас везут в Донбасс на ноль, и когда вы вообще об этом узнали? Ну, наперед нам никогда ничего не говорили. Вот, нам вот 56-й начало город Запорожье. Потом там формировали, еще не доукомплектовали, сказали, вы будете на третьей линии где-то обороны вообще, вот, и дальше вы никуда не поедете. Ну, это максимум, где вы будете, все. Вот, оказалось совсем по-другому. А как оказалось? Ну, так, постепенно нас перевозили с места на место, все ближе и ближе, то Днепропетровская область, уже потом Донецкая область. Никто не говорил именно, куда перевозят, обычно это в темное время, мы не знали, куда нас перевозят, где мы находимся, то есть. Постепенно, когда здесь. Ну, есть много таких, что вот как у меня в отделении ребят, которые даже не служили. Их сразу по вот, им повестка, все, они даже срочку не служили, вообще не военные. Вот. Что я могу сказать? Лучше, конечно, пусть ребята дома остаются, никуда не едут. Вот, прежде всего, война это грязное и злое дело, это ну, там политики. Там политика замешана, обычные люди только мучаются. Я Кротинов Павел Алексеевич, командир 2-го взвода 3-й стрелецкой роты 242-го бата. Занимал позиции, которые нам показали наши разведчики. На позициях не было ничего не оборудовано. Сказали нам окапываться. Не дали никакого провианта, ничего не дали. Отправили просто как на убой. Иностранное оружие, только которое я видел, это было InLav. Это то, что у меня в наблюдении было. Наблюдал визуально. На иностранном показывали просто, но опять к нему никто серьезно не относился. Ну, к обучению, то есть никто не старался. Там посмотрели, какие кнопки, что да, и все. Попал в плен. Крыша над головой есть. Условия и содержание есть. Не избивают. Курить дают. Рекомендую всем, кто в такой ситуации, которую я изложил раньше, принять меры и делать или сдаваться, или что-то делать. А ми тую червону калину підіймемо, ми нашу славну країну гей-гей розвеселимо. Рукой. И за мною калитку закрою. Чего так росли березы шумят? А чего хорошо так гармошка играет? По звездам, по кнопочкам нас пролетят. Западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, просто отбил. А на сердце
горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра. Взял лопату и пишу. Ступчики, ступчики купать, это. С картами работал? Ни разу, ни с чем. Вообще абсолютно. Ни карты, ничего не знаю. Какие обращения, вооружения и военная техника? Абсолютно ноль, кроме машины. Это КамАЗы, КРАЗ, все. Что, ты с автомата ни разу не стрелял? Я и присягу принял. У нас рота была, командный пункт, у нас вооружения не было. У нас был только автомат, все. И не, автомат ты не получил, да? Там не получал. С какими группами вы идете? Поскольку человек, поскольку автомобилей в одной группе идет? Там у нас ушло и 8, и 9 машин в Львове. Здесь поскольку? А тут у нас одна, у нас не столько на машинах, мы тут на лопатах. Структуру своего подразделения знаешь? Нет. Знаю, что это один командир роты у нас и все, и старшина, это Серега, и все, пишет, не знаю, никого. Ты ж проходил срочную службу? Ну да. Когда у вас проходила боевая подготовка, вам все равно рассказывали, из чего состоит хотя бы боевая рота. Нам ничего там не дадут. Нам оно, машины крутые, и мозги не ебли. Все, нам это наша задача была. Ну, перед тем, как вы говорили сюда. Ничего, что-нибудь говорили, нет? Нас собрали-то на полигоне, там дали-то по 2-3 рожка выстрелить. Ну, конкретно не было такого, чтобы нас собрали, а там и рассказывали. Ну, а что? Ось ваш враг, а це. Такого не было. А что было? Просто сказали, едете, воевать. Брат, будешь звонить? Живой, хватит находиться. Батя, что ты скажешь, батя? Чтобы брат твой уезжал оттуда, продолжил рот ваш, на всякий случай. Да. Командир, я своего командира раз 3 бачу, может 4. А как вы у президента России вызываете? Ну вот, в своем коллективе там. Ну, даже Путин Фило. Говорили, да? Ну, это так, типа, кричал как-то. А, фанат. Ну, пишет, у вас приветствуется, да? Фанаты там какие-то придумали, но я националист. А сам ты кричал это? Нет. Вы что-нибудь отрезали? Да нет. Ну, издеваются на того? Нет. Мы варвары? Нет. А что тогда воевать-то пошел? Вам просто промыли, сука, мозги. Понимаешь? Что там, милиция вас так вербует, вооруженная сила или что? Им какая награда от того, что ты служить пошел? Да, ей была выгода, то, что она знала ситуацию в моей семье. А. И знала, что с мамою. И то она так и сказала. Это что... знакомая какая-то, да? Что? Ну, она у меня как раз... На суде была. И ты до приговора суда пошел устроился на службу еще? Или нет. После приговора? После суда уже. Через какой военкомат ты устроился? Тростянецкий. Когда это было? Да, зимой. Я как раз тогда поехал на учебку. Номер обслуживания чего? Какого расчета? Помощник. Помощник кого? Там просто было написано номер обслуга. Ну, какого вооружения, хорошо? Ты гранатометчика, пулеметчика. Я даже не знаю, как ним пользоваться. Я чув тебе, что с позиции, если тікали, то свою ж стреляли. Бачу ролики там всякие, эти блогеры снимают, которые ездят по постам, раздают вам сигареты, гуманитарку. Все, вот так, где это все ваше? Просто мать показуха. Я вам не привозили ні разу. Не, ну, гуманітарка, а то, що привезе, і то там таке шампуні, мило, це гуманітарка. Начальство не дуже, не все докладує. Між собою там, да, вони, так, а нам просто сказали не збиратися про позиції і про те, що ми там захватили або віддали. Такого нічого не розказував. Узнавали просто те, що є, що там, може, в телеграмі десь в групі напише, там, що взяли і освободили, я не знаю. Є у вас президент, вообще, ти знаєш, ні? Угу. Що про війну балакали? Ну, що ситуація погана в країні, що люди гибнуть. Зачем вам це треба? Забест Дмитрий Дмитрійович, 1994 року народження. Киевская область, город Фастов. Скажи, как ты попал сюда, в Донбасс? Как так получилось? Ну, как попал? Привезли. Привезли. Получил повестку или контракт как? Не, ну, мобилизировали. Мобилизировали? Да. Ничем нам не говорили, куда мы поедем, что мы будем делать. Ничего не говорили.
То есть защищать страну. А что и как? Да. Неизвестно. Тут слышим, танк едет. Раз остановился, мы выходим и, ну, с подвала и заезжают бахами. Русские уже. Ну, соответственно. Сложили оружие. Да. Почему не сопротивлялись? Почему не открыли огонь по русским? Ну, во-первых, я не хочу убивать. Это грех. А во-вторых, ну, как бы, все равно это было бы бессмысленно. Здесь танк, здесь Беха, ты с автоматом, что ты сделаешь? Даже если бы ты хотел бы, чтобы... Ну, а если бы была бы возможность, открыли бы огонь или нет? Нет. Думаю, нет. Что вы думаете о своем военно-политическом руководстве? То есть именно и политическом, и о военном. После вот всего прожитого, перенесшего на себе, увидев правду, поняв, что здесь и как. Что вы теперь об этом думаете? Неправильно все это. Война – это плохое действие, скажем так. Часов в 11 ночи я уже спал и проснулся от того, что прилетело в крышу и осколками зажгло все вокруг. Было очень много раненых, еще так оказалось, что я был в самом конце ангара. Я помог сразу вывести друга, который был рядом со мной, который получил непосредственно ожоги. Я его довел до КПП, и так как я получил меньше всего из ранений, я начал помогать, ну, идти обратно, эвакуировать всех остальных, кто остался там. Было очень много тяжелых, было очень страшно. И, ну, мы всех по возможности, кого могли вынести, выносили туда под КПП. Там, как уже вон говорили парни, нам оказывали помощь. То есть была группа медиков, была группа врачей, перевязочные материалы, ртуты. То есть, ну, мы по максимуму оказали помощь нашим группам.